Хочу показать вам очень простой и вкусный вариант торта без выпечки, для которого понадобится всего 3 ингредиента. Никто даже не догадается, что на приготовление ушло всего 15 минут, ведь торт получается очень вкусный и выглядит аппетитно. Нам понадобятся 3 банана. Их можно заменить на любые другие фрукты или ягоды, на консервированные ананасы, 0,5 кг любимых пряников и 450 грамм сметаны. Нарезаем пряники на кусочки. Берем форму, у меня диаметр 16 сантиметров. Промазываем сметаной дно и выкладываем слой пряников. Если нет формы, можно просто застелить пищевой пленкой миску и выкладывать слои в нее. Слой пряников также промазываем сметаной и выкладываем слой из одного банана. Так и чередуем слои пряников со слоями банана. Каждый слой обязательно смазываем сметаной. У меня получилось всего 4 слоя пряников и 3 слоя бананов. Последний слой не забудьте также смазать сметаной. Теперь нужно поставить торт в холодильник, настояться минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Достаем торт из формы. Если у вас была миска, просто переверните его на тарелку и снимите пищевую пленку. Украшаем тортик на свой вкус. Я обмазала верх и бока сметаной и присыпала пряничными крошками. Пряники в торте не чувствуются. Кажется, что это хорошие коржи. И вкус торта выходит очень гармоничным. Готово! Зовите всех на чай!